Вот, видите, а сейчас опять это. Я последний год жизни Боднара Борисовича, Черемушка. Как, правда? А потом я к нему напросился снять фильм. Передо мной, ой, как тут есть фотография, может, в другом вебинаре покажу. На этом лежат очень крупные абрикосы. Он говорит, это твои, Петр Ильич. Я говорю, а что там, не эти же, чтобы открыть. А что ты хочешь, Константинович? Урожай был настолько огромный, что. Вот так бывает. И сейчас у меня весь сад забит абрикосовыми плодами, но уже засуха опять под 40. В общем, в этом году я не удивлю. Но я потом покажу претендентов на рекорды российские. Вот. Покажу вам, гордо покажу. Пойдем дальше. Вот один из претендентов. Это показывал, извините, фотография прошлогодняя или позапрошлогодняя. Это Чернобаев. Это мой бай. И вот что интересно, да, я говорю, ну ты что, ну как? Ну я бы пошел в магазин на электронных весах. И у меня электронные весы есть. Но на магазинах надежные. Ну что ж, ну тут явно 120-130 грамм. Отругал его и пошел дальше. И вот, внимание, значит, один из вас, один из нас, секты обозвали, ну, считайте, сектант. Виноградов Алексей Геннадьевич. Вы видели те годы его руку, эту же руку, да? И видели с прекрасными абрикосами, кажется, с академиками, кажется. И предельным размером, но все-таки предельно, но не удивил. Вот сейчас у него они, смотрите, 25-го снято, да? Вот. Вот сейчас. А, это я с экрана снимал, или это он? А, минутку, господи, я свои абрикосы не узнал. Ой, елки-палки. Все, старею, ухожу, все, до свидания, я в отставку. Ну, что это такое? Я свои абрикосы не узнал. Это моя рука, это моя фотография. Я выбрал самый крупный на этот момент. Почему? Сейчас мы с вами больше разговариваем, чем учеба. Вот сейчас скажите, чего еще не знаете. Сейчас любой из вас, кто видел хотя бы 100 вебинаров из 189, может лекции в суток читать. И вам свистеть не будут, и гнилыми помидорами, как когда-то. Помните там этого самого? Как кто-то вылез из наших этих выдающихся, и подговорят какие-нибудь неудачники эти профессора, и студенты тухлыми яйцами, гнилыми помидорами было. Вот. Так вот, сейчас у меня родилась такая идея. Я снял отдельный фильм, скоро вы его увидите. Я ходил по саду и выбирал претендента на звание, на новое название. Да, мордой меня тыкали эти выпускницы тимирязевки. А вас нет в этом, в реестре. Да, нет, и не будет. Это с каких времена-то изменились? Ну, торгашеские этот самый. Заплатите деньги и включат вас в реестр. И не надо 30 лет, чтобы это. И не проживу я 30 лет. Нашли, чем морду тыкать. Вот. Помните, как я говорю, Ванька Жуков? А она меня, ейную харю со селедки, мою харю тыкала. Вот это, вот Тося Чехов про меня написал. И вот получилось так, что я решил дать самоназвание. Я хочу увековечить память Юрия Алексеевича Латинкова. Как я хочу его увековечить? Это у него есть, я потом ниже покажу, мои сорта. Сорта-образцы, вру, не имею права называть сортами, и я не Наполеон. А получилось так, что они, ну, не имеют права ни он, ни его жена, ни его дочь называть этим. А я имею право. Понимаете, у меня позади почти 40 лет такого служения науки, науки подчеркиваю, что я имею право теперь садоводам-любителям присваивать вот такие вещи. Например, я, Железов, выберу лучший сорт из моего сада, сорт-образец, и назову уже не абрикос Ладенкова, он будет назван увековечиваю память абрикос Латинков. Абрикос Латинков. И я долго думал,
как выбрать? Да, есть прекрасные деревья, есть абрикосы с отличиями. Ясно, что таких нет, в науке и быть не может. И ведь Украина-то не случайно. Украина южнее, там вот это вот ни разу не видел, а вы много видели. Ну-ка, Тимирязевку зайдите, а? Там моя фотография красуется, на самом видном месте фотография Железова. А раз Тимирязевская академия признала меня, пусть таким путем, ну, не совсем честным, признала меня, меня нет, меня там нет, фамилии нет, но фотография-то моя есть, значит, я автоматически имею право теперь на... Меня как бы лидером сделали, присвоив мои фотографии, меня сделали как бы лидером таким, неформальным. И вот этот неформальный лидер выберет, значит, лучшее дерево. Лучше бы дерево, которое уже прошло все огни и воды, которому 25-30 лет. Но там черенков не наберешь. Я все-таки выберу из молодежи вот такой, видите? Дерево. Так? На котором есть 10, 20, 30 веток. Я назову его в наглую. Мне теперь на все наплевать, потому что это самое. Раз меня обозвали, помните это, люди, которые имеют звание кандидат наук, которые хвастаются шикарным образованием. Вот ты кто такой? Вот такого типа. Я кто такой? Я теперь им возьму эти 10-20, выберу на лудом дерево, которое имеет отличие. Вы увидите его. Я буду ходить по саду, снимать и показывать. Даже еще один конкурс. Пока конкурс среди зеленых плодов. Это как бы подготовка. Такой фильм выйдет на днях. А это будет уже, когда плоды поспеют. И не в один день поспевают. И вы узнаете, что такое абрикос Латинков. Я имею на это моральное право. Вот. Вот это хотел сказать.